Хеонор велел остановиться. Раны его были смертельны, и он знал, что час его близок. И бросив последний взгляд со склона Фаретвитрина, он узрел вдали пики Тангородрима, мощнейший из твердынь Средиземья, и осознал в прозрении смерти, что никогда не достанет у Нолдоров силы сокрушить их. Но трижды проклял он имя Моргота и оставил сыновьям завет хранить клятву и отомстить за отца. Затем он умер, но нет у него ни могилы, ни гробницы, ибо столь пламенным был его дух, что едва он отлетел, тело Феонора стало золой и развеялось, как дым. Подобных ему никогда больше не появлялось в Арде, а дух его не покидал чертогов Мандосов. Так закончил жизнь величайший из Нолдоров, чьи дела принесли им огромную славу и гибельнейшую беду.
Зачем тебе?